тут, видимо, если на одном экране надолго залип, то можно, типа, просрать. Я, ну, типа, сегодня я не буду ее допроходить, ясно. Смотри, сколько врагов, кстати, разных, вот даже на этом. И они еще друг друга бьют. Да я даже не понял, что там происходило. Я сначала подумал, что мне замеситься с ними надо, а оказалось ничего подобного. Ага, очки, которые ты набираешь, дают тебе как раз континиусы, типа, и... Угу. Я что-то тут... Кстати, странно, аркадные ты игры с аркадных автоматов должны быть довольно трудными. Сейчас, секунду. Я немного погромче сделаю музло, а то я самого не слышу. Кстати, на двоих игруля могли бы вместе проходить, но правилами запрещено. Да? Вот только второй босс. Даже если бы Чип и Дейл выпал, ты бы... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, погоди, тут, видимо, надо блоком будет пользоваться. Стоп, я помню, надо... последний раз пробовал с другом то ли Battletoads, то ли что-то такое. Так, блядь, насосали вообще. Так это с тобой было, мы с тобой отсосали. Я тебе еще говорю, надоел член лямзать. Да? Да. О, в натуре. Ты чё, мы еще смеялись, что никто из нас не киноман там, и никто из нас не Кулхарта, там угорали по-жесткому с этого говна. Бля, вот как киноман, киноман, как у него получается вот так вот в эту дрочь его старое нагибать? Ну, навык нужен, типа. Прикачи. Блин, как же не хватает спешила из Golden Axe. По экрану, который бьет? Да. Смотри, какой босс интересный, на дыбы встает, это такой. Во, жизни кончились. Прямо ну, смотрю там... и жалею, знаешь, что у меня не было Super Nintendo. Выглядит-то так, сексуально, я бы сказал. Я чё... А, я все конты потратил, нажимая на кнопку. Ладно, короче, завтра я место старта нашел. Или сделать один трай серьезный, прям сейчас. Ну, типа, раз я никуда не тороплюсь. Ну, если ты будешь сидеть со мной, развлекать моих зрителей и меня, потому что я просто после Mortal Kombat немного обес... это... Обес... Ну, я смотрю, что в комментах, но у тебя такой народ очень запуганный, ничего не спрашивает. Не-не-не, ребят, пока Хованский тут, видео. Можете писать что угодно, особенно про него. Да, наверное, сейчас попробую. Тут блондинчика, говорят, самый нагибающий. Но это еще... Которого я брал? В прошлый раз. А? Которого я брал? Нет, слева который, как я... Да? Помню. У него повера меньше всего. Ну, типа, видимо, в этой игре спид значит больше, чем повер. Ну, давай либо попробуем. Просто советую, мне было, поёбы, мне было, которые не играли. Мне было... Ну, это, наверное, спидранеры проходят за него, потому что он, блядь, самый быстрый. И они посмотрели на Ютьюбе, блядь, и говорят, что он самый быстрый. Но мне-то кажется, что для меня важнее урон. Вот мне очень нравилось, что мой чувак с двух ударов всех разваливает. Смотри, урон уроном, а от боссов все равно придется уворачиваться. Да, да. Будут атаки, от которых типа нет. Ну тут есть... У того же вроде дефенс был неплохой, и блок-то вроде как есть. А, тут же прыгать можно, я всегда забываю, что надо было. И все. И я все-таки хочу понять по поводу... Да, это говно отнимает очень много жизней. Чувак пишет, когда у всех был комп, у меня был только Сюбар. У меня, кстати, тоже был Сюбар. У многих был Сюбар. Ты не должен считать себя каким-то отщепенцем. И меня... Не, у нас у одного чувака был Дэнди все-таки. Он вот после просмотра Супонева какого-нибудь, скажем так, прямым текстом гнал на меня, потому что у меня Сюбар, а у него... Мне, кстати, сегодня ВКонтакте добавился какой-то чувак, который был... Мы же тогда не знали, что это и то подделки. Мне, короче, сегодня ВКонтакте добавился чувак, который, ну, в заявке написал, что он был тем самым школьником, который проходил игры у Супонева. Ну, там, типа, какой-то чувак приходил периодически. Чем-то похож на этого, на нашего Курта Вилбера внешне. Вот, и он, типа, такой, знаешь, легендой является в ретро-тусовке. Ну и что думаешь, напиздел? Не он? Не, не он, у него и фотки есть, и все. Я тебе могу сейчас ВКонтакте скинуть его. И чем сейчас занимается Let's Play? Ну, нет, он, типа, пишет всем, что он чувак, который был знаком с Супоневым. Вот он. Блин, меня какой-то сумасшедший на улице узнал.
По логике должен летсплеить. Чем ему еще заниматься теперь в это время, если все, что он добился за жизнь, это вот у Супони очень. Да нет, я бы не сказал, но не смеялся бы над этим, на самом деле, это же прикольно. Я просто. Мне всегда не нравилось на самом деле шоу Супони. Вот про игры я не раз это говорил, самого Супони очень уважаю. Мне очень нравилось всегда. И Звездный час, и. О, блин. Не было альтернативы, все понял. Да нет, Звездный час и Джунгли зовут топовые были. Тут я даже говорить не буду. Я, кстати, забыл, а как он к Звездному часу вообще причастен? Что так он вел его. А? Он вел его, и он был... Нет, мне всегда казалось, там какой-то мужик и женщина ввели, нет? Нет, ты что-то путаешь. Хрен мужик и женщина, это в Бразерс. Спокойной ночи, Кекс. Спокойной ночи. Пишут, что скоро близится DOS, и тут ты за 4 часа не управишься с игрой. Что-то у меня такое дежавю на самом деле. Как бы все это уже было. Сэр Ланселот, все пройдет. А, Ланселот. Ну, DOS близится, но что поделаешь. Мне пока везет, может мне на DOS упадет какая-нибудь балда, блин, или поле чудес. Арканоид. Ваше очко переходит в зрительный зал. Ты как пока, не потратил ничего? Не, правда? Ничего не потратил, даже best time поставил. У этого чувака очень длинное оружие по сравнению с топором у предыдущего. То есть я даже не подпускаю их. Собирает, окрашивает модели на заказ. Ну да. Блин, вот тут меня подовнили, молясь. Помнишь этого чувака, который собирал модели? У него потом еще пердак горел. О, подписка. Тренер Спартака, спасибо за подписку. Да, да, да. Был там чувак такой. Пока я мигаю, я могу... А, вот это, наверное, уже лишнее было. Ну, дамажит он поменьше. Я, например, вообще не ощутил этих чуваков в прошлый раз. Я первую жизнь потратил, если чё. Какие? Со шпажками. На клоунов каких-то в маске. Ой-ой-ой. Помните, какая-то передача была в конце 90-х, где школьники всякую срань вроде компасов и термосов выиграли? Любая передача, по-моему, из 90-х. Раздавали такие подарки дебильные, вот если вдуматься, типа вот фотоальбомы какие-то, просто полная срака. Нет бы Дэнди эти сраные дарить, которые все хотели. Они раздавали компасы. Зато родители, наверное, любили такие подарки, знаешь, там типа глаза не портит компас. Да, хорошо, будет гулять с ребятами. Прикинь, соперника зовут Бёрдман. Блин, я думал, это жизнь добавляет. Что-то я не собран, нифига. Нет, насколько не получится пройти, придется все-таки. Задрачиваться? Ну, не задрачиваться, но... Типа играть, а не просто сидеть, болтать и... Ну, это же аркада, что ты хотел? Оно же рассчитано на постоянную сосредоточенность, чтобы ты проигрывал и новую монетку совал. Ну да, я, кстати, поэтому и говорил, что странно, что она такая... По сложности вроде как... Слабо. Может, у нее босс последний, знаешь, такой непроходимый, чтобы подольше ты совал эти пятаки, пока играешь. Ну, скорее всего, тут какая-то такая херня должна быть, то есть, иначе это просто... Не, слушай, этот персонаж мне вообще не нравится. Я тебе так скажу. То есть, слишком слабенький удар? Слабенький удар, и он с одной тычки все хп теряет там, где в прошлый раз я даже не замечал. Так что я, наверное, опять быка возьму. Ну, его даже как-то птица съела просто сейчас. Прилетел, я даже не заметил, хорошо, что птица-то была какая-то. Конт, кстати, с места гибели, что не может не радовать. Ну, давайте этого возьмем. Птица! Ну, он... Ты не заметил, птица держит в этих... Ты чё там, обдолбал? Да нож, нож! Эта птица летит вперед и держит в лапках нож. Не, я чё-то не обратил внимания. Прикинь, птица с ножом. Чувак, ну ты еще, блядь, логику ищешь в этой игре. Я как бы не чувствую, что он медленнее, если честно. Тут все равно все быстро. Зато он с двух тычек всех разносит.
Надо молодого Саб-Зиру звать, брать. Это кто-то уже умничает. Да, теперь у них типа главное. Вы сначала главное поставили Ланселот самый заебись для прохождения. Теперь Артур самый норм. Идите просто в сраку, вот. Так, блять, они еще потом напишут, что типа 1С выпустила патч, типа. Че? Ей-богу, уже посоветовал. Нет вам доверия. Если не знаете, если вы сами в эту игру не играли в каком детстве, ну нахрена вы советуете? Вы думаете, что если вы нашли какой-нибудь там летсплей, посмотрели, и вам показалось, что за этого легче, то типа вы знаете игру, что? Нихуя вообще. Да чё-то плохо все. Звоните Кузе, выпадет. Вот это, помнишь, разводил? Да. Понял. Нажми на цифру 8. А теперь... Не забудьте перевести, блять, в тональный режим. И все равно кучу даунов забывали, знаешь, там... Да какие там... Ты думаешь, это дерьмо реально работало? Типа какой-то придурок сидел и слушал из телефона гудки и кнопки нажимал, блять, на клавиатуре. Как, по-твоему, это вообще должно было работать, блять? Позвоните Кузе. Причем, знаешь, там некоторым выпадали игры охренительные, типа там надо было с горки съезжать с этим Кузей, а каким-то мудакам там типа какая-то азбука, там типа расставьте 3 буквы, пятнашки какие-то сраные. Я всегда думал, вот это дерьмо, сам как лох звонил, конечно, тоже. Звоните, Кузя. Но это вообще для людей, у которых не было ни приставки, ни компа, видимо, развлекуха была. Да, и знаешь, так... Мне всегда ведущие этих шоу напоминали мерзких педофилов. А еще меня очень бесит в играх старых аркадных, что всегда бонусы на лайф, типа вот хилки, которые восстанавливают жизнь в начале уровня, когда они нахер не нужны, когда тебя еще не надамажили. А в конце, когда вот, да, вот сейчас бы, но... Только хер, меня теперь Бёрдман тут отхуярил палкой и все. Горят Ланселот, горят, или Артур, да? Ну... Давай Артура попробуем. Пишут, посмотри, что финальный босс тут будет Шаокан. Ну, типа, так я полагаю, что... До финального босса, наверное, далеко. Сколько тут уровней? Ну сколько? Смотри, посчитай ступеньки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нет, 5 уровней и босс. Как бы на этой же... Так, я на третьем сейчас, значит, да? А, подожди, ты на третьем плеер, значит выше. Нет, если ты еще здесь, то получается тебе еще 1, 2, 3, 4. Нихера, лошадь. Ну видишь, они короткие, типа, как я понимаю. Ну да. Так сколько ты сказал, я что-то прослушал, потому что у меня лошадь тут упала. Осталось, по-моему, 4, если я правильно понимаю. Тут картинка такая, как... Игоря Линка не хватает, короче. Спасибо за подписку, ребят. А, я не могу бить этой атакой, когда у меня лоу хп. Спасибо, ребят, я сейчас не могу посмотреть, кто подписался. Может быть, Хавана озвучит, потому что я дико... Квасик. Квасик, спасибо. Just subscribe. Все шутят про платву на тему этой лошади. Но и мне не понравился Ведьмак, и я с платвы еще горел, поэтому неудивительно. Давай, иди сюда, я знаю, ты хочешь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Парень! Волки. Блин, я на одном хп уже, наверное, минут 3 тут стою. Пока неплохо. Там, где я смотрю. Дичь, Артур прямо это. Ну, может... он еще и выглядит, смотри, ништяковее. Да, с красными яйцами. Те на опущенцев каких-то похожи, а это... Деграданты полные. Ну, понятно, что король Артур, он как бы... Не просто так зовется королем. О, хпшка. Ну, это вообще бракованные солдаты какие-то. Хуже ополченцев воюют. Ой, блин! Напомни Илье, чтобы он игру сменил в названии стрима. Да, сейчас поменяю. Да. Будет пауза между уровнями. Блин, этот Бёрдман, если не попасть вовремя в него, он очень неприятный персонаж. Так, Kings of... Что-то там, да...
Ничего.